Эй, твоя очередь. Хочешь поиграть? А? Нет. Да? Сразу готов? Выиграешь, хорошо. Лови мяч. Давай. Вон, принеси. Вон там. Вперед. Хати, беги за ним. Ну уже, принеси мяч. Скорей. Майкл, хочешь вернуть мяч, сходи за ним сам. Хати не принесет. Он за мячом не бегает. Ясно. Ой. Все хорошо. Ты, Майкл? Все поехали. Хорошо. Милый, ты цел? Играйте. Не ушибся? Нисколько. Точно? Я принесу мяч. Сейчас. Хорошо. Я цел. Смотрите. Ногу не подвернул? Поиграйте без меня. Хорошо, хорошо. Хорошо. Ты точно цел? Не просто ушибся? Отвлекал вас. Ага. Ясно. Я брошу мяч на полметра. Ты принесешь, ясно? Да, даже если я брошу мяч рядом, он все равно не принесет. А? Нет? Мяч? Да, мяч. Я бросаю, чтобы он принес, а он не хочет. Только не Акит и Паркер. Они что-то имеют против мячей? Нет, но чтобы за мячом бегал, заведи Колли или Спрингер Спаниэля. Да нет, Хати вполне меня устраивает. Хорошо, потому что Акиты не стремятся кому-то понравиться. А чего же им надо? Он приходит к поезду, потому что между вами особая связь. А тут? Эй, дружок, принеси мяч. С какой стати? Ну, ради забавы. А может, за печенье, чтобы меня порадовать, наконец. Их не купить. Они японцы, они американцы. Да все это выдумки. Если он и принесет мяч, на это у него будет особая причина.